Владимир Владимирович, ну, действительно, мы с вами в постоянном контакте находимся. Как чувствовали, что времена будут непростые, но я вам по телефону не единожды говорил, и Российская Федерация, а мы тем более всегда под санкциями. Ну, сегодня они более масштабные, но мы уже к этому, простите меня, свинству Запада привыкли. Почему свинству? Потому что это все нелегитимно, как они любят говорить, это все незаконно, незаконно в нарушении всех международных соглашений и договоров, которым и они, и мы в части каких-то присоединились. Поэтому еще раз, третий раз, это просто свинство, с моей точки зрения. Я уже этого натерпелся, и вы наелись уже. Я это к чему говорю? Я вот поднимался к вам сюда в кабинет, и журналисты там издалека кричали: переживем санкции или не переживем? Слушайте, сегодня не так вопрос стоит. Сегодня санкции для нас – это время возможностей. Я человек советский, вы из советского периода хорошо знаете. Мы всегда тогда были под санкциями и нормально жили и развивались. Просто в силу сложившейся обстановки, даже не с санкциями связано, просто время мало прошло. Наши люди озаботились, но благо, что чем дальше, тем больше люди понимают –